сайте bzo.ru представлен автомобиль Toyota Vitz 2004 года выпуска. Японские дизайнеры воплотили в этом автомобиле современный европейский дизайн. В целом Toyota Vitz не похож на своих собратьев по классу. Он серьезный и привлекает своей солидностью при относительно небольших размерах. Несмотря на это, он очень просторен. В автомобиле могут легко разместиться 4 достаточно крупных человека. Первое, на что обращаешь внимание, это высокое качество материалов отделки салона и точность подгонки всех элементов. Интерьер автомобиля выполнен в 2 тонах – черном и темно-сером. Представленный автомобиль был привезен с аукциона с Японии с оценкой очень хорошей – 4,5 балла. Ни один элемент на автомобиле не подвергался никакому ремонту, никакой покраске. Абсолютно весь целый. Состояние новой машины. Автомобиль переднеприводный, оснащен двигателем объемом 1 литр и мощностью 70 лошадиных сил, системой распределенного впрыска топлива VVT-i. Данный двигатель работает в паре с 4-диапазонной автоматической коробкой переключения передач. Что хорошо, в старом кузове Vitz'а здесь обычный стоит 4-цилиндровый двигатель и простая коробка-автомат, что немаловажно. На новых машинах такой роскоши уже не бывает. Масло для этого автомобиля вы можете приобрести на сайте bzo.ru. Автомобиль укомплектован АБС, подушками безопасности водителя и пассажира, гидроусилителем руля, кондиционером, электростеклоподъемниками, центральным замком блокировки дверей. В России Vitz с 2013 года, растаможен и доставлен в Новокузнецк автовозом. Автомобиль с общим пробегом 79 тысяч километров и нулевым по России. В общем, Toyota Vitz производит очень приятное впечатление, несмотря на год выпуска. Формируется твердая уверенность, что прикасаешься к новому авто. Доставлялась она путем автомобильного транспорта, то есть на автовозе. Соответственно, никаких сколов и никаких даже маленьких царапин на автомобиле абсолютно нет. Информацию об этом автомобиле вы можете найти на сайте bzo.ru в разделе «Продажи автомобилей».